ABSS 2020 среди игроков в станцию ходит ходит не очень хорошая молва на форумах. Да мне похуй, мне вообще абсолютно похуй. Я даже не знаю, что они говорят, и знать не хочу. Мне поебать абсолютно. Я даже не задумываюсь об этом. Мне настолько похуй, что пока ты не сказал, я об этом даже не думал. Как раз из-за таких щитспавнов розовый хуй по плохому отношению админов к жалуемся. Это уже отношение игроков, которые играют на сервере, и администрацию, которая его обслуживает. В остальном, мне настолько похуй! Ты даже себе представить не можешь. А я детектив, блять. Ну, это хорошо, блять. Ну, это хорошо. Может быть, будет раунд, где не нужно будет теперь бегать и стрелять. А то до этого трудно меня было назвать детективом. Был чисто офицер службы безопасности. Так, нахуй. Штуку сюда, штуку сюда. Обычно, знаешь, у недовольных всегда есть возможность. Мы живем в 21 веке. Удивительное время. Ты можешь не делать то, что тебе не нравится. Если ты не хочешь здесь играть... Пожалуйста, не играй. Типа, я всегда... О, медик дает пожелание, можно идти на брик. Ты можешь идти и заниматься тем, чем тебе нравится. Тебе нравится смотреть Урганта. Иди смотри Урганта. Так. И все такое. Не нужно себя мучить. Я до сих пор не понимаю, зачем люди мучают себя, когда они могут не мучить. Сколько офицеров? Ой, да пизды. Все, чилим тогда. У меня мим вульпа, сочувствую, клоун. Не хочешь, не надо. Ну, кстати, вроде уже почти скоро 30 лет. Тут я тоже кривлю душой. Я также понимаю, что некоторые просто не могут иначе. Они не могут. Типа, им все не нравится, но они просто не могут уйти. Причуда, причуда восприятия, понимаете? Почему через альт не закрывается? О, закрылось. Просто не могут. Почему, я не знаю. Это пускай они сами рассказывают, почему не могут. У меня такой проблемы нету. Если мне что-то не нравится, я просто ухожу, говорю, все, вы меня заебали, идите нахуй. И больше не возвращаюсь. Так. А камеры-то где? Что произошло? Уважаемый экипаж, приветствует капитан, враг двигательной цели БСА, плюс плюс артиллерия, окей. Быть, тыры-пыры. Нихуя непонятно. Химия, хопская, вирусология, робототехника и... Да и похуй, там все равно никто никогда не ходит. И еще в инженерке спрашивают. Ну тут можно подглядеть через другую камеру, насрать. Так, привет, а можно стажеры на курс повышения квалификации криминалиста? Ну, я могу, да. Даю добро. Даю добро. Так, есть, есть, есть химия. Все, хопская химия, вирусология и робототехника. Инженера к хопу, пожалуйста. Club, еще раз. Хопская. Пришел с химия, работы, вирусология, выдохся работать. Как собака. А молодца, счастливее. Отъебашил. Зато отъебашил как. Ластовый как на батя. Но только на сегодня. Хэдбэнг. Спасибо, давай. А теперь ты отдыхай, надеюсь, а я буду ебашить. Когда я его сварю. Механик пытался в Еву ворваться. Странный какой. Так, будем сейчас учить. Будем сейчас учить. Чека криминалистики, блять. Дадим ему ручной анализатор и скажем, как это работает. Сколько инженеров у нас? Да пизды, блять. Как так может быть? Дайте инженеришку. Одного. Срочняк. Пойдемте. Ждите тут. Хоп, откройте.
камеры чинить. Давай, соображай, давай. Камеры. А, щит впусти. Отлично. Так, копом. Вот, камера. Камерка. Будет еще три. Щит выпускай. Дальше, окажется, вирусология, да, там была? Робототехника еще. Что-то я пропустил, блядь. А, химия, да, химия еще точно. Опа. Что тут, блядь? Откройте химию. Камеры чиним. Что за тычки, блядь? Что такое? А почему закон нарушаем? Отдыхайте, блядь. Отдыхайте. Больше. Работайте меньше. Приветик. Выпускайте. Хай. Камеры чинить. К вам. Добрый. Да. Приятель. Да. Вызови к нам в отдел кого? Зачем? А, понял. А я что, не приятель? Обидно. Где тут камера? Вот! Вот, старик, вот она. Улыбается, смеяться. Я его к вам пошлю. Как закончу. Спасибо. Пойдем еще поработаем. Какого черта у детективной наблевана так обильно? Уборщика к детективной. Кто-то уже обрыгался, блядь. Здорово. Камеры. Камеры к вам чинить. В мехбэй. Где ты, блядь? Куда ты ушел? Блядь, только не говори, что он застрял там. Сука, он застрял. Он застрял. Достаньте его. Мой инженер застрял в перемычке, блядь. Ёбаный в рот. Вот. Это последнее. Спасибо за труд. Спасибо за работу. Зайдите к ботанику. Он вас ждет. Выпускай. Аспирант уже не выдержал нагрузки детектива. Всем активным боркам, тыры-пыры, провести синхронизацию с мясом. Угу. Кирилл летает на облет станции. Угу. Как там срочник, который ко мне хотел? Молодца. Так, здорово. Ты стажер? Пойдем. Так. Welcome to the club, buddy. Переодевайся. Обыщусь. Не знаю в курсе ли ты,
или нет, но на твой вкус уже и переименовался в клуб. Есть ли шансы, что вы с бандой сделаете свой сервак или дмаг душит? Можно, да, вариант, почему бы и нет. Но в общем и целом, можно, да, даб-трек я вывернул. Я не очень боюсь DMCA, потому что меня закрытые записи пока спасают. Раньше детективил. Оделся, ебать, красава, отлично выглядишь. Отлично выглядишь. Пойду стрелять рыбу, нихера их тут. Офицеры пьем умеренно. Датчики в третий режим не забыть надо. Записи. Это, записи, блять. Датчики. Записи, может, прочитал без подписки, блять, записи. Датчики можно воткнуть в третий режим. Трекер Бикон. Привет, Максим. Хорошего тебе стрима. Значит, смотри. Жаль, не могу к тебе залететь. Весь в работе. Понимаю. Лови пятюню. Эта штука. Самое главное твое оружие. Главное твое оружие. Она способна изучить кровь, обнаружить частички ткани, одежды, слюну, отпечатки. Никак. Ты детектив. Ты не офицер СБ. Ты выступаешь только в случае крайней необходимости. Дальше. Пары перчаток у тебя нет. У тебя обычные черные. У каждого детектива такие. Вернуть надо будет. Их особенность в том, что они не оставляют отпечатков, а также частичек ткани. Ими можно спокойно трогать улики, трупы и все остальное. Потому что это не оставляет следов. Как работает сканер? Что ты дрожишь? Сильно дергается. Я сейчас потрогал этот сканер без перчаток. Достань свой и просканируй его. ЛКМ по лежащему на полу. Он должен выдать тебе смесь символов. Это и есть отпечатки. Знаешь, как проверить именно кому принадлежит набор символов? Просто используй его еще раз из своей руки. Кнопка Z. Кнопка Z, когда выбран детектор. Анализер. Отлично. Так. Я думаю, пока хватит с тебя информации. Дальше. На рабочем месте присядь.
Есть клевый телевизор. Там у нас список камер. Посмотри. Ты можешь переключаться по карте камер, что слева. Отлично. Отлично. Дальше. Не все данные показывает детективный сканер. Например, он не может найти... Например, он не может найти отпечатки и следы на трупе. Тут на помощь приходят старые добрые мистер Пудра и мистер Пинцет. Я потрогаю сейчас кодекс закона, а ты сними с него пудрой отпечатки. Выполнять. Хорошо. Отлично. Знаешь, что с этим делать? Не. Подсказочка. Мистер Микроскоп. Тащи ее туда. Посмотри внимательно. Клик еще раз по микроскопу. Получил информацию. Второй клоун приехал. Так точно так же отпечатки. Отлично. После того, как закончил, достань образец из микроскопа. Перетяни микроскоп на свою модельку. Там кнопочка. Перетяни микроскоп на свою модельку X2. Молодец. Собираем макулатуру и в утиль. Болты? Хули? Детективная на болтах. Так, давай посмотрим, кто постарался, блядь. Посмотрим. И почему детективная на болтах? Сканируем дверь. Смотрим, кто ее мацал. Не мацаем сами. И ты поставил на... И ты на болты выставил? Если нет, то мы сейчас клоуна арестуем. Замечательно. Печатай. Печатай теперь отчет. С
сверху такой же сканер с бумагой. Отлично. Следовательно, что произошло с дверью? Блять, что произошло с дверью на твое, по твоему мнению, блять, по твоему мнению? Точно. Теперь тут берем бланк. Да, Максон, да. Гляньте. Много лишнего? Нет. Много лишнего. Очистите память устройства и повторите. Сверху тоже иконка. На стол. Связи нет, что ли, блять? Детектив, принц, правильно. Правильно. Молодец. А почему Хонкерс, а не кто-то еще? Может, он просто потрогал дверь? Правильно. Молодец. Подходи к факсу. К принтеру. Печатай отчет о расследовании. Молодец, блядь. Умница, я бы сказал. Еще и показания ИИ подчеркнул. Ты прирожденная ищейка. Молодец, блядь. Медику интересно. Оно. Иди заполняй. У тебя в ПДА есть ручка. Правой кнопкой по ПДА вынуть ручку. Как обстановка? Я тут пока стажирую. Да. Заполняй от своего имени. Я потом тоже распишусь. Чтобы поставить свою подпись, напиши сигн. Пиши взлом двери или дверной панели. На 30 секунд, когда знала, что кто будет преемником Стрэнглера. Группа клоунов и мимов взяла пилота пода в заложники и пытают. А это просто розыгрыш. Вы где работаете? В цирке? Срочно капитана в прибытие. Ну, сам пот говорит, что все нормально. Время указывай как time, а подпись как sign. Ну, sign, типа, похуй. Я буду говорить sign, я русский.
ходе расследования пиши про показания и отсутствие следов, кроме как следов Хонкерса. Помогите. Там сейчас ситуация, но это не наша работа, а работа офицера. Пиши. Не отвлекайся. Облава. Сейчас ебанет. Правильно, сейчас будет взрыв. Я шарю. Я умею читать. Мим строит скрытую дверь в тихий. Ого, Ванга. Спасибо за подписки, ребят. Жестко. Что он там написал? Есть еще проблемы? Ладно, похуй. Если у него будет проблема, сам скажет. Отлично, проверяем. Так, взлом двери детектива. 25-й кабинет детектива. Детектива была заблокирована дверь. Хонгер, свидетель Макс Энстрингер, раненый и скричавшийся. Детективный анализатор был снят 53, прикреплен за счет детективного анализатора. Дополнительные замечания. Помощник детектива Дамир Сергеевич. Хорошо, блять. А, в доп. Замечание добавь, что опрошен и он не имеет отношения. В остальном молодец. Эмоции, блять. Как там, где это? Точно, блять. Дальше. Нужно сделать фото с места происшествия. Чё, блядь? Блядь, сейчас как дам нахуй. Кусок дерьма машинного. Это хуёвые сканы. Фото. Фото сделать. А, в помойку, да, выкинуть. Смотри, отчет не выкинь, блядь. Смотри, отчет не выкинь. Фото с местом преступления. Чего ждешь? Куча макулатуры. Осторожнее. Долго возишься, блядь. Перехвалил. Наймите меня в СБ. Жаран. Я детектив. Я не хос. И отчет. Так, фото и отчет. Вот фотоаппарат. Вот фотоаппарат. Щелкни дверь. Дверь. После этого возьми фото и налепи на отчет. Также налепи на отчет
сканера данные. Как закончишь? Отчет на стол. На станции твоими мои два клоуна. Готово. Дело, генерал Хонкис, я прошу, что ты сына изменить заметить. Дмитрий Сергеевич, хорошо. Следующая страница. Не могу. А, нужно держать в руках. Есть. Фото. Молодец, блядь. Молодец, нахуй. Молодец. Бери, пойдем. Забыл, блядь. Где Варден? Где Варден? Представляю, будет еще всякий пар. Да, будет. В гусях будет. Это неплохо. Так. Вам чего? Вам чего? Когда месье Варден будет в Бриге? Куда строить? Бригмет снизу. О! Смотри. Магистрат. Он закон. Я учу стажера. Дай ему свой отчет. Он прочитает его и вынесет вердикт. Варден. Отчет по преступлению у магистрата хотели тебе отдать. Нужно в розыск клоуна. Там все описано. Копию бы и хватит мне. Магистрат, сделайте копию Вардену. Спасибо. Это вам, Декс. Спасибо. На этом наша работа закончена. Теперь работают они. Удачи. Салютует. А теперь обед. Да. Я сменю боты. Конечно. В шкафу лежат. О боже. Давайте. Очередной подарок. Спасибо, красивый. Да. Детектив, да. У меня украли меч. Какой меч? О! Смотри. Yes, word. Игрушечный. Не морочьте голову. Кушать охота. Просто отпиздите вора до полусмерти. Обед. Это вся еда.
Стажер, товарищ капитан. Пора теперь нам к хопу. Кушайте. Вкусная пицца. Кушайте. Спасибо. Удачи в обучении. Спасибо. Понял, спасибо большое. Это не я, это Семен. Я ему только денежки плачу, чтобы он это делал. Но я ему передам. Приветик. Мне бы стажеру доступ к кабинету детективному. Бумаги есть? Я есть. Говорю, все в порядке. Кабинет мой. Ладно бы вы еще были ГСБ. Так, я не понял. Стажер, ГСБ тебе дал разрешение? Скажет нет. Так точно. Так. Да ГСБ может и сам выдать доступ. Клоуну сразу Дек сказал отпиздить его. Отлично. Пускай разбираются. Вы не сделаете? Если бы не хотели, просто сказали бы нет. Мы шли и видели. У вас очереди нет все равно. Спасибо. Не напрягайся. Это проблема тех, кто в космосе. Так. РНД помощь, в РНД помощи. Нам нельзя в тихий, в зеленый. Я забыл. Айда. В Брик доставлена коробка. Пиздет нашего. Ксенокульт. Ксенокульт, помогите, блять, РНД. Ну что ж, Ксена обнаружен культ. Это проблема офицеров, но нам нужно тоже вооружиться. Что сделать? Вооружиться. Форма. Так. Ага, ага, ага. Ордер на клоун. Спасибо. На всякий случай. Магистрат поработал как надо, блядь. Все красиво, блядь. Вообще мощно, блядь. Пойдем, возьмем пострелять. Бери, что хочешь. О, тебя-то мне и не хватало. У меня доминаторы есть. Это хорошо. Это хорошо. Понял. Пойдем.
Там ремонт, блять. В техах медопорядочек. Ну и тут, ну и тут уже ситуация. Либо оставаться на камерах, либо идти с хуем, извините, на перевес, спасать станцию. В Ксена все красиво, блять. Мартышку вон ебут. Так я могу найти на камеры прибытия. Да, конечно. На связи. Как будет вызов, приходи тоже на него. Чё это? Дек, да. Мы карпа поймали. О-о-о! Знает секретный стиль? Почему не могу достать его? А потому что их уже это самое. А, блять, где там этот Explorer Suit? Так, Mining Boots, Combat Gloves, похуй, да, посмотрим. Сделано. Маску тоже снимай. Свитку, Магус, Майнинг Бутс. Все похуй остальное. Так. Давайте-ка все это мы с него быстренько посмотрим. ПДАшка. Посмотрел Крю Манифест. В мессенджере тишина. Да ладно, что ты убьешь? Дрингтон, бип. Все красиво. Так это, я бы убил, только вот защиты от гранат нет. Так это, товарищ капитан, враг МТ, что делать? Добрый, я оставил его мне и побежал нахуй, забежал и съебался. Улики, стиль карпа. Секретный. Фил Коллинз на старборде. О, черт возьми. Это опасно. Явки, пароли, знаешь? Супостат. Может, ноги говорит, блять, этот. Я знаю. Понятно. Ну, тогда решайте. Я пойду работать. Ты же его задержал. Он ёбнул кого? В одиночку, молодца, герой. Она глухо ёбнул кого? Не, окей. Он наглухо никого не убил, но он не хочет сотрудничать. Киборг. Обнаружен взломанный ящик технолях Мед Б. Расположение старой столовой рядом с турбиной. Юнит оставил на месте голографические барьеры. Хорошо. Молодец, блять. Молодец.
Тех тоннелей МИД-Б, расположение старая столовая. Блять, я, честно говоря, не помню там старая столовая, но буду искать. Это... Ты чё? Нет. Надо термалы уже, блядь, все эти хуярить. 47 минут, какие термалы. По коням. Быстро давай. Стажера забыл. Блядь, я ж буквально на твоем экране, старик, иду. Ты, наверное, недавно, да, присоединился? Станция, интересно, забыл стажера. Я за ним шел, а ты, наверное, не понимал, что я за ним иду, да? Не нравится мне мусор, блядь, еще с раунда за уборщика. Проводите, пожалуйста, в техе вашего отдела. Ладно, хуй с ним, посмотрим, где он оставил. Ничего не трогай. Борг. Покажи. А кто мне написал? Гек. Ты Гек? Нет, отмена. Не показывай. Где там нахуй старая столовая? А, я понял, слева которая, да? Вот это вот, там где всякая хуйня. Я не туда пришел. Молодец. Можешь идти. Умница. Снимай барьеры. Он в ахуе, что я с кем-то пришел. Приветствую, пришел моей сна, ценности не обнаружено. Хорошо. Дальше. Не трогай ничего. Проводи спокойно свои следственные действия. А я пока свои. Потом сверим. Смотрим, кто трогал. Hazard West, Budget Insulated Gloves. Locket, фонарь. Лежит, странно. То же самое сейчас найдем. Пара Insulated Gloves. Просто, дверь кто трогал. Смотрим. Опять же, insulated gloves и code. Это я, видимо, открыл. Меня похищают, насилуют. Клоун, говорит. Red candle. Тут, видимо, идет работа какая-то. It appears to be broken. Хорошо. Кухня. Странно. Metal роды. И свечка. Что думаешь? Но Insulated Gloves, Budget Insulated Gloves, Hazard Vest. Материал код, Red Candle, неважно, неважно. Deep Fryer, неважно, неважно, неважно. 70 г плюс халат. Ну, там скорее Hazard Vest. У меня на датчике. Ладно. Попросим это дело вскрыть. А, так это я открывал. Красивые техи, блять. В полу все заделаны, охуеть. Как будто и станция целая. М? Да? Зачем тебе там? Инженера к своему отделу.
Отпустите меня, чувак, меня просто так вяжут в зеленый кот. Тыры-пыры. Да по боку. Тут работают все на отъебись. Инициатива пушечная, конечно. Забыл и забыл. Привет. Вскрыть надо. Печатает что-то. Jaws of Life, нихуя себе. Вскрываю. Давай. Это займет время. Не ебанет? Не должно. Чья-то синяя кровь тянется от тех в библиотеке. Отлично. Спасибо. Можете идти. Ебать там нахуй чьи-то... Чьё-то мясо, корги мясо. И еще этот. И еще наушник. Что меня удивило? Корги живой? Корги живой. Иоанн живой. Угу. Блин, ну это прям какой-то образцовый раунд, нахуй, на самом деле, с детектива получается. Ходишь, что-то исследуешь. Блять, я там кучу проебал данных. Неизвестный чел какой-то. А кот какой? Синий, красный, непонятно. Синий, наверное. Блять, что тут происходит? Ёбаный рот. Тут посмотрим. Так. Адамир Сергеевич, это ты, да? Да, ты. Kitchen knife. Пикап. Радио хедсет. Какой он? Непонятно. Мясо, мясо, мясо. Ну, мясо корги давай еще посмотрим. Смотрим, ебать. Ничей. 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 А вот корги мид. Лови его. Нет, ничей. Лови его. Ну что ж, ничего криминального внутри нет. Поэтому насрать. Возвращайтесь. Вращайтесь на КПП. Детектив, да. Смотри, что еще нашли. Давайте. Так, это фото. Аппарат. Детектива Гейту, пожалуйста. Надеюсь, сотрудники будут внимательнее. Не совсем.
А что это? Ух ты! Ух ты! Вот это да! Даже не знал про такие. Контрабанда C-класса. Жестко. Детектива Гейт. Поймали. Николай Кортес. Сейчас, секунду. Что там? Она такая сухая. Не думаю, что есть проблема. Не волнуйтесь. Сейчас, одну секунду. Так, у аппарата. Танцуют, блядь. Там все вскрыто. Гейт вскрыли, он сказал. Я что-то проебал? Тут это. Было все вскрыто. Так не, это, блядь, там нахуй было все вскрыто. А что за чуваки? Рустамка и этот. Да все похуй, ебать. Еще мне голову ебать. У всех все нормально, ничего не вскрыто, блядь. Все красиво, блядь. Все как у людей. Про перчатки ничего не знаю. Ощущение кровмаг. Фил Коллинз сидит в наручниках. Вы потеряли, вы ищите. Ну, конечно, я потерял. Чисто. Он перчатки выкинул куда-то. Либо в себя засунул. У него может быть имплант. Ну вы понимаете. Я не знаю, покажет ли это сканер, но вроде не должен. Гены стабильны, все заебись, 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 не покажет. Так, выдвигаемся на вызов в старый бар. Можем ли проверить кровь? Иду. Там, блядь, смотри. СБ у нас украли холодильник с мясом. Пойду верну по дороге холодильник с мясом. Сводика пальцы. Да насрать там C-класс. Блядь, у меня работы хватает пока. Дамир, проверь там. Сам. О, я пусть стажер ебется. Пойду посмотрю, кто лучше там у нас сидит и куда он мог спрятать. Там сидит Фил Коллинз, ученый. Попрошу в РНД доступ, посмотрю, где он работал. С кем он работал. Граната банановая лежит. Пожалуйста. Виновный наказан.
Будет ваш. Здорово, только это не наш. Будет ваш. Но мясо это приятно. Что, здесь кто-то через кухню зашел? Я узнаем, кто. Вау, двое человек. Один из них это Иван Гришин, блять. А второй это Борислав Захаров. А я поговорил. С кем я поговорил, блять? Забыл тут сменить. Лео Бонхарт это. Лемурзон же забайте. Охуеть. Я прослушал. Когда будет в Толе ДКС и можно ли будет с тобой в ДКС? В ДКС они будут точно. Только приехал. Поднимал авиацию с колен, так сказать. Верю, Дон Бадузер. Спасибо большое. Ну, блять, расследовать холодильник сейчас. Перчатки, кстати, клевые. Так, подпилот на связи. У меня стажер уже работает. Пойду лучше в РНД с обыском. Потом посмотрю этих двух. Бля, ну цирк ебучий. Добрый вечер. А, еще, кстати, история кровь зона против. Да, понятно, Николай Кортес, жёстенько. Тот интернет уже нам не вернуть. Блять, он же сейчас начнет своими бумажками душить. Хос, попросите попа выдать мне доступ в РНД по каналу связи для обыска в поисках кравмаги. Здравствуйте. Украл ученый, предположительно украл кравмагу у Вардена. Это перчатки. Нужно обыскать отдел. А доступа нет. Сейчас ОС должен вас попросить. У вас Борг есть, разве нет? Ну, шкафы открывать же надо. Борг не может. Что там в старом баре, блять? В баре кто-то проверить, кто стекло ломал. Да похуй на то стекло! Ёбана, блять. Сейчас будем бегать, смотрите, кто стекло ломал. Так и шо? Ничего. Понял. Хоп, у нас объебос русского народа оказался. Борг СБ в РНД. Стекло, блять, да? Там кто-то ломал стекло, блять. Надо пойти узнать, кто ломал стекло, блять. Фила Коллинза, что тут происходит? Что у вас тут? Ничего. Зачем? К ему-то я зачем? Это вообще грузчик. Ну, скажет, я хотел пердануть. Уборщик у меня на руках умирал. Жалость. Какая? А от чего? Club, давление. Тут стажеру зарплату передали. Спасибо большое, Даркит. Ну я процент свой возьму, 100%. Мы за окном нашли костюм вирусолога. Думали, кого-то космировали. Иди, Чика, блядь. Ага. Уборщик живой?
Спасибо за информацию. Удачной работы. Юнит запрашивает доступ к Сена. Там уже, блядь, движ. Юнита нет. Юнит в РНД. Юнит, встреть меня на входе в РНД. Погнали работать. Нихуя себе. Вау, Максим Red Color Panda, спасибо большое, 1220. Как же я рад вас видеть. Благодарю. Хорошего вечера. Пойдем. Что ты тут делал, Юнит? Обыск? Сопровождал офицера. Угу. Токсины и роба остались. И я пойду в роба. Мужики, открывай ящики. Не здесь. Ух, блять, ну еще сейчас сумки эти ебучие обыскивать. Миллиард лет. Еще халат. Не здесь, не здесь, не здесь, не здесь, не здесь. Вау, Red Color Panda еще и этот. Еще и так чисто, блять. Да, украли крафмагу из вашего отдела, ваш коллега. Бля, бардак нахуй. Код красный, что-то взорвалось. В карго это точно, код еще синий. Офицер, быстро двигайте к карго. Это не наша проблема. Так, тут чисто, чисто. Гэтс, я сюда осторожненько. Просто металл, металл, металл. Чисто, чисто. Все красиво у вас. Все вроде красиво у вас. Странные предметы. Отлично. Молодцом. Удачно работаем. Бля, 21, я проебал сообщение. Робо чисто. Крафмаг нет. Не знаю, да может их уже и нашли. Хуёвина. Дойти в туалет прибытия. Ай да. Туалет прибытия. Пойдем посмотрим, что там у нас. Кушать охота уже. Шмальба, блядь, какая-то. Плохой грубиян. Пошел нахуй. Вот и разговоры. Так. Так это... Спасибо за информацию. Удачной. А еще дверь не работает. Ага. Стойте. Стойте. Я вас аккуратно обыщу. И пойдете. Спасибо за сигнал. Там какой-то бред. Так, 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 лазер, так, ган.
Aquatic Starter, Double Toy Sword, Nuclear Expensive Toy, здесь ничего. Здесь просто рыбку выводить. В ботанике ничего. В руках ничего. Тут ничего, 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 ничего. Все, да, да. Все, спасибо вам. Wirecutters еще здесь лежат. Но ничего нам не докажут. Хорошо. Да-да, разберемся. Ну что ж, блять. Давай сверим контрабанду. Является ли или нет? У него наушник генетика. В натуре? Я проглядел. Наверное, его уволили нахуй. Давайте узнаем. Я не обновлял. Нет, цивилиан. Жестко. Но я не заметил, сейчас уж что поделать. А, у него и сумка генетическая была. Так. И спасибо, что это Кварпанда тебе огромный. Следопыт уже 5 сабок. Спасибо. Так, надо проверить контрабанду. А я уже и забыл, как это делается. Кажется, через космический закон это все было сделано, контрабанда. Да, так и есть. А, как он там suspicious? По-моему, он как раз не является, это наебка, блядь. Suspicious toolbox. Не, это не контрабанда, блядь. Да это похуй. Это не контрабанда. Это не контрабанда. Контрабанда. Похуй. Я сверил. Просто в холостую поработали. Забиваем опять. Нам похуй снова стало резко. Я сразу помню, что тут наебка какая-то, типа. Клиним все это. Похуй вообще. Ваша карта. Ага. Спасибо. Что не хотел. Почему не в отделе? Хотел поспрашивать про объекты. Обыскиваем вас. Процедура такая. Это он кровмагу, да, спиздил? Не вопрос. Чистый. Даже, блядь, эту дал мне посмотреть. Ну нихуя себе. Я, конечно, не хотел, но раз уж ты положил, блядь, какие проблемы. Так, так. Да не забирай, рано еще. Рано. Стойте спокойно. Мощный. Как вам мой турс? Я вообще думаю его сейчас нахуй забрать. Там-там. Так. Лапкоут. Два слота. Все красиво, красиво. Забирайте. И в отдел. А то задержу. Всех задержу. И их, и вас. Ухожу, ухожу, ухожу. Давай нахуй отсюда, дергай. Так. Иди на камеры. Пригляди за ним. Хули он там забыл в прибытии, а я осмотрюсь на КПП лучше. Ну ладно, пиздуй куда хочешь, а я пока прогуляюсь, блять, тут. Зеленый кот уже, охуеть, сразу же. Так он сейчас вернется сюда, будет гулять. Козлина. Все, кошка, давай, ты теперь тут живешь, поздравляю. Нет, 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 вернись, кошка. Ай-яй-яй. Пока нет.
Вроде перчатки были ли найдены. Не здесь, не здесь. Хм, где бы он мог их спрятать? О, Муниор зашел поиграть, кстати, смотрите на АВД. Так, давай глянем здесь еще. В ассистентской. Красиво, красиво. Красиво. Куда бы он мог захватить? Кстати, сумок здесь дохуя. Вот эти сумки бы, наверное, посмотреть еще. Все равно делать пока нехуй, да? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. 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 Вот зеленый кит тихий. А и правда, какие тихие, зеленый код. Нарушение, бля. Че тут? Что за сканер-репорт? Это, блядь, коллега тут оставил. Чисто, чисто, чисто. Ну и все тогда. Идем курить. Да, ебаный. Вы. Ну вы, конечно. Даете. Я вам не мешаю. Карточку не забудьте. Откуда он пришел? Блять, а? Ебать, охуеть. Сейчас бы в техе кинуться туда-то посмотреть. А зеленый кот, блять, у нас. Ладно, пердим. Чилим. Зеленый кот. Человек без ног. Так он с роботический. Подожди, he's missing. Он жив! Ёбаный рот! Почему он без ног, блять? Я. Он что, реально без ног был? Ёбаный в рот! Ломать надо, нахуй. Мужик, ты что тут закрылся? Это общее пользование. Я понимаю. Наглухо не закрывайся. Двери не открыть. Не открыть. Растениям лучше так. Иди в ботанику. Устройся. И если что. Ой, блядь. Пора пойти и поставить себе кого? Кого? Криштиану! Роналду! Иди в ботанику.
как ты, блядь? Ну вот... Ёбаный кот, блядь. Блядь. Стажёра ко мне быстро. В кабинет. А, вот это... Ага. Welcome to the club, buddy. Рисаап, ты говорил, что да, играешь без стрима красава. Еще? Можно ли увидеть записи будущих игр без стрима на Ютабе? Ждать стримы по ПФ с раннего доступа, который стартует завтра в 11 МСК. БФ. Нет, сразу завтра не ждать, я вообще его пробую. Как видишь, на полу вещи, блядь. Как видишь, на полу вещи. И сервак упал, нахуй. Это тест на внимательность. Настоящий детектив внимателен. Блять! Пизда! Тайминги двери, блять! Дверь! Проверьте! Тайминги! Неужели кот наебнул? Вполне мог кот. Короче. Расставьте все по местам. Как было. Сканер вот. Как будете готовы, кричите в рацию. Проверю. Там защита, если дряг человек стоит. Так ее сломали. В том-то дело, ее сломали. Так что, интересно, кто это сделал. Я потом посмотрю, кто это сделал. Уж если кот, то это прям откровенный гриф. У меня чуть стажер не сдох, блять, а ведь мог бы и я. Дроны чуть меня не убили, может код поднять, а вы в курсе, что и Малф... Все похуй. Все похуй. Проигрываешь коту 2-1. А когда второй был? А первый когда был? Я же, блядь, не своими руками работаю. Инженеров прибытие. Книга. Так, это космический закон, я его и наизусть знаю. Двери и вещи разбросаны. Двери уебашили стажера, вещи собирает стажер. Я тут при чем? Я, блядь, да, инженеров прибытия. Срочно! Ты пытался кота закрыть, он улизнул. Так он бы открыл. Вот он, блядь, стрим-снайпер, нахуй. Смотри на него, блядь. Вот она, блядь. Вот она, нахуй. Ну, конечно, блядь. Да. Демонтировать. У нас срочники на медиках. А мне какая разница? Они Коллинза не проверили на имплант. Так. И что теперь? Крабмаги у него могут быть. Ну проверьте. Сами. Чем я могу вам помочь? Понятно.
А, в космос бежит. Ой, блядь. Кто там в космос? Кто там в космос бежит? Грубая демонтация, короче. Как угодно. Ну, опять вы. 50-ки нашел на Вардена. Я не искал. Я и не искал. Это же латексная. Ну ладно. Отлично. Двери деревянные, открывать дверь компании. У меня не открывались. Крепкий, сука. Может, уволить его нахуй, блять. Шароёбится без карты. В отделе всем похуй. РД на своих сотрудников похуй. Пойду скажу. Я в ЭД. О, муниверс, блять. А ВД, вы где? Детектив. И на закон и отвечает. Вот сучара. О, ну нихуя себе. Нихуя себе! Хули створки закрыты? А ну открывай. Да, я. Что у нас тут? Давай смотреть. Врачи просто хотели вышли у меня. Уже лучше, но я был себе с того, чтобы ослепить меня. Записка мне, Джимми Кузякин. Подожди, что там у нас? Для начала я хочу тебя либо НТР, на меня напали, ничего обсуждать. Мы все раз наказали, все равно кидывали из медбэя, записка Джереми мимо. Так, и чё? И чё? У нас, похоже, криминал. Где ж криминал-то, блядь? Где ж криминал-то, блядь? Где ж криминал-то? Некомпетентность. Ваша работа. Ваша работа. Как раз. Возможно, это все живы. Вроде. Кот скотч принес. Что они делали с мемом у психолога? Мы же не знаем. Пойдите, спросите. А так не скажут. А мне скажут. Внезапно. О, поверьте. Какой? Аргумент у нас есть. Какой? СРСБ тоже имеет рот, который можно говорить. Шестизарядный. Нихуя себе. Зеленый кот? Агент внутренних дел? Шутка, а? Смешно. Ухаха-то был. Да, падра. Там бармен и труп в морге. Ай-яй-яй. Ага. Я даже не знал про то, что его шлепнули. Мэксон, да. Короче говоря, меня заебали отвлекать. Ага. Ну я разобрал тут у вас все. Ну почти. Почти вышло.
ставлю 4 из 5. Вы прошли. Можете вести практику детективную. Поздравляю. Похлопать где? Похлопать, где было бы похлопать? Хлопать. Храпеть. Не вижу хлопать, блядь. Хныкать, хмыкнуть, поднять руку, обнимать. Да, я обниму тебя, блядь, обниму, да. Блядь, да. Себя обнял, как я себя люблю. Ты молодец. Я тогда сожгу тело. Зачем? Зачем его сжигать? Вы что, псих, блядь? Утилизация тела — моя задача. Клонировали его? Если отчет коронера есть по телу. Охуеть! Не, здесь говорит, я не в курсе. Охуеть! То есть вы собирались его сжечь нахуй, даже не зная, клонирован он или нет. Охуеть, падре, блять. Я хуею просто. С этим-то что? Имеет рик шахтера. Ну, имеет и ладно. Сейчас на ход бармен был бы счастлив, блядь. Кого-то там хуярят тазером на мостике. Без башки. Выглядит, как будто отстрелил себе голову в русскую рулетку. Один ли он здесь? Да, сердцки, да, на похуй. О, блядь. Короче. Башка. Тело. Голова. Печатаем. Что с ним? Понял. О, он живой. Прикольно. Куда его унесли, блядь? Чё нахуй происходит? Ебантяйство, блядь. Святой отец пришел, поглазел, блядь. Всех арестовать, всех нахуй под суд, блядь. Навеки вечные, блядь. Станция трейдеров, блядь. Капитан без карты, блядь. Кого нахуй, чё? Стяжки лежат какие-то, блядь, в Риге. Я хуею, блядь. О, кстати, а почему у меня здесь? А ну, а если так? Странно, залагало ее и как... Не совершай протяги Рига инженера. Нашла стяжки в космосе. Рик, по-моему. О, кстати, никто же не увидит, котик, блять, что тебя пиздят. Блять, страшненько, да, котик, блять, страшненько, когда никто не видит. Мусор он, блять, натаскал. Что такое, котик, блять? Присяду, блять. Ну, сука, блядь. Да-да, двигайся. О! О! Давно не виделись. Там, смотри, он в космосе, юг станции. Арест висит, тишина на сутках окружающих. Бармена. Что бармена? Неинтересен ли Валер бармена? Русский? Я знал. Я знал. Спасибо. Он ему уже не нужен.
Показывает на кровь. Чем, блять? Пойдем, котик. Покажешь мне лично. Показывает лапы на детектива, блять. Да, да. Пойдем. Покажи, блять. Покажи. Где? Там? Сюда? Тут? Бля, кот походу поломался. Ладно. Уборщика к детективу. Так его нахуй. Должны зажать разрешение на летальное оружие. У нас полицейская академия, блядь, сегодня. Хорошо, курс вместо прошло разрешение на учебник карта детектива. Перекройте тихи там. Он в космосе. Юг в космосе. Куча всего. Тут какие-то трупы котов. Мусор. Будьте добры. Блять. И мышей. К хуям тоже. Ко всем. А то они уже остоебали. Краев нет. Блять, а. Сука. У, сука. Блять, чтобы себя не ударить. Блять, сейчас бы себя не уебашить. Мини-игра. Оп-оп-оп. А чё не бьет? Оп-оп-оп-оп. Опа, блядь. Вот так вот. Вот так вот. Так, шо у нас там? Уйдите за регентом, кто хотел. Он заявляет, что у преступника может стоять имплант для резины. Так он стал дорастан батоном. А, ну так, блядь. Дайте мне винтовку тогда нахуй. Сейчас мы, блядь, его этого достанем. Ладно. Теперь ты сам по себе. Преступник. Преступник еще в космосе. Пора за работу, блядь, Белл. Хвост мне карту выдал. Ништяк. Без проблем. Так, так. Так, так. Баллон с воздухом. Так. Все равно реги никто не берет, кроме пилота. Так, а если нет разницы? Зачем платить больше? Преступник еще в космосе. Зачем разговор с заключенным в Перми? А, да. А как же я выйду-то, блядь? Воу. Приветик. Тот самый момент Прайма, да? Когда уборщик, точнее, когда мыши всегда преследуют меня на стриме, преследуют меня на кухне, преследуют меня в детективной, везде. Остальные ученики... Удивлюсь, если на кухне, блядь, есть мыши. Пойду проверю. Спрошу у повара. Там, где дохуя сыра и всего остального, мучают ли его, блядь, мыши? Чисто из интереса. Вот
договора нет, да? Нету. Жаль. Вау, касание смерти, спасибо большое. А впрочем, я тут что-то подумал, а хули, я все равно не смогу выйти из этого. Из станции, со станции. Мне Рик ни к чему. Типа это все пыль, к хобу подходишь, он там как говно. А, да, я... Преступники в космосе хуярят, мы не можем даже выйти. Буду сидеть курить сигареты. Так веселее. Инженер зашел, блять, он что вам, что ему нужно? В красном костюме. Еще один инженер. А вам чего? Налетать. Он их кормит. Значит, это Вардена, друзья. Чинят что-то. О, а и сможет открыть Герман дверь. И ты способен открыть шлюз? А нету телекомов. Ты... А и, кстати, по-моему, трейтер. Ну, точнее, Малф либо законами переписанными, либо Малф. А, скорее всего, Аплинк на полигоне стоит. И опять нужно выходить. А там хоп такой. Я? Нее. Пойдем проверим. Деваться-то все равно некуда. Опа, задержали, типа. Пиздец, тогда без выхода. Я же говорю, блядь, я думаю, что делать, но каждый человек на своем месте, понимаешь? Термалы бы еще поставить. Гражданские там в ассистентской ебутся. Чё-то. Это кто лежит? Том Браун сегодня... О, сейчас у них как раз разговор послушаем. Смотри. Преступник бегает. О-о-о! Я ж говорил! Ой, блядь! Ой, блядь! Вот он! Вот он, настоящий хоп, блядь! Вот он, пойду курить сигареты, блядь! Я ж говорил! Краску. Я сейчас Рик сниму. Нахуй он мне нужен? Типичная вульпа. О, спасибо большое за бицы и за сапки. Ух, ебать, там пятый хайп-трейн, а я и не заметил. Это все useless. Useless. Так. Это все бесполезно. На хопе срочная служба идет. Красный код, нет угрозы. О, отчетик. О, отчетик. Отчетик по бармену. Если да, то не нужен. Есть вам предложение. Да вы что? Давайте. Все равно делать нехуй. Я не знаю, да. Бармен застрелился к хуям, это мы с ним играли. Я знаю. Хотите избавиться от проблем всех вообще на станции? Тоже поиграть? Вас режет. А, да, я знаю. А, да, я знаю. Я бы еще пожил. Нет. Клоуны не хотели сыграть, идите? Нет. Почему? Это вещественное доказательство. Так. О, там уже что-то взрывается в химии РНД, смотри. А что если хоп-трейтеры не пускают к своим? Ну, пойди там. У меня АВД горит, иди разберись там, что психолог что-то сделал. Что такое, блядь?
Мне плохо, блядь, я плачу. Отстаньте. Отстаньте. Я почему-то плачу. Мне плохо. Так. Хопа нет на месте. Тут все чин-чинарем. А вон и хоп. Вау, Russian Иван, спасибо большое. Уже 267% пятого хаптрейна. Низкий поклон. А там красный код, кстати, да, точно. Можно же всех нахуй слать. Все как у людей, блядь. Чел до сих пор, походу, даже не в отделе. Вообще похуй, это ходит. Да ебать, вы чего нахуй? Что здесь происходит, блядь? Тело грома чалится. Кровь, наверное, тоже его. Проверяем. Да и кровь его. Блять, извините, ой. Да и кровь его. На рюкзаке. Насрать. Можете идти. Я гляну. Ту-ту. Эджект. Blue Spice Beaker. Сейчас мы поссорим, что он мне принес. Смотри, у тебя перчаток. Перчаток нет. Уверен? Химик, коронер, коронер, химик. А, наркотики. Прикольно. Тогда не трогаю. Ну, кроме каким-то наркотиком насильно, да. Угу. Вот и Грон Криптон, который был генетиком. Кстати, да, наушник это хорошо, что он здесь. Да-да! Да-да! Наручники же? Нет. Ой, блядь, как тяжело что-то сегодня. Так, медикал есть, Б2. Гром Критманса кто? БФ. А у меня там БФ. Да, это тоже Критман получается. Почему не работает сразу Ctrl-V? Я же вроде скопировал. Сработало, Критман. Угу. Стяжки, давай посмотрим. Ага. А вот это уже, блядь, интересно. Охуеть не стать. А кто это, блядь? Чья-то тишина. Гроб Критман Цивилин. Это все у него уже тоже было. Посмотрим так. Еще кто-то трогал? Ну нихуя себе, блядь. Я бы скорее Элли Уайт присанул. А это СМО? Ну да, СМО могла его и потрогать. Потому что она его уволила. Поэтому он цивилен. Да, тогда бы я лучше присанул вот этого ублюдка. Кто он такой? Торготехник. Да, я его присану.
Steam видно. Ну, потерпим, уже скоро закончится. Детектив на мостик. Иду. Бля, чуть не убило. Шот. О, АВДшники срутся. Шота. Следов нет. Что он? Это кто был, блядь? Это кто был? Где мой стан-батон? Охуеть. Харм по голове. Ну-ка, выходи, блядь. Все нормально, да, вообще? Капитан убивает. Он просто забежал, спиздил капитана в портал и убежал. Ебать, круто. Вот это, кстати, со стилем, блядь. Убивают, блядь, спутник. А у нас... Ай, вот незадача, блядь. Хоп, доступа не дал. В красный код. Ай-яй-яй. Пойду бумаги заполню. А то капитана ебут в очко. Успеть бы, блядь. Может, прояснится в башке что-то? Пойду камеры смотреть. А шо, как будто он бежит? Доступа-то нет. Так, спутник. О, а вот, кстати, тут-то и оно. О, он живой. Смотри, я прям сразу нашел. А если он ТП-шнулся, значит он здесь? Нет. Нет. Может, он уже того? Крыкнул. О, капитан в розыске. Гляди. Пойду сниму с него розыск. Не думаю, что кто-то это может. Это максимум, что я могу сделать в этой партии. Логин. Как его там? Никола Кухусенович, капитан арест. Нон. ОБМ. Марцел Франц. Варден. А что там произошло? Вау. Эхобя. Эхобя, спасибо большое за рейд. Тут дурдом. Пойду проверю Вардена. Надо фотку, кстати, выбросить. Тут инженеры уже прописались в бриге. Здорово. Ты капитану розыск поставил. Зачем? Потому что он сказал на карту розыск. Ага. Я его просто видел с его картой настоящего. Странный он. СБ, блядь, СБ, РД, ВРНД. А как туда попасть? А как туда попасть?
А вот тут уже проблемы начинаются, видишь? О, вон РД побежал, смотри. А зачем РД нужен? Я что-то уже вообще, если честно, теряюсь в этом раунде. Я срочника учил, а в итоге, блядь, вообще выпал из раунда. Что происходит? Кого происходит? Ой, доступа нет. Что же делать-то, блядь? О, на мостике камеры сломаны, между прочим. Обе. В итоге вся смена срочников. На самом деле, тут пополам вообще на смену вроде работают. Нашли даже одного с карпом. Тут самый большой срочник — это вульпа на хопе. Ёб твою мать, это надо... Такой хаос учинить надо уметь. Не удивлюсь, если он с ролькой, кстати. Потому что это многое объяснит. Так саботировать работу станции — это, блядь, вообще... Но это надо научиться. Это надо научиться. Ты его доучил уже, Чешо? Да, я его выпустил. Градировал, так сказать. Что-то взрывается. Ну там он чильно выжил, вот в атмосферке там. Музыка, пицца, пивко. Все заебумба. Отдыхать можно и нужно. Блять, вот то, что оно вот постоянно скидывается так, это хуево. Пойду имплантируюсь, кстати. Думаю, с меня не будет уже второй этот. Когда-то без карты. Ну, снял, наверное. Как у вас на станции, ребята? Механик с нами общается. По С-каналу. Нормально выйти не можем. Выйти не можем. Хоп доступа не дает. Сишки курим. Так. Ух, нихуя себе заряженный какой. Ай. Термалочки бы. Этот риттер. Да ты шо, механик в канале, блядь, СБ? Это все. Механик в канале СБ, трейтер. Я с ним даже разговаривать, блядь, не буду. Да и иди отдыхай. Ёбаный рот. Ёбаная. Скользко у вас тут. Разгону так. Тихайрон, да. Блять, с ним-то что? А, он умирает. Да ладно. Тогда подожду. Карта капитана у кого сейчас? Юнбипский взломан. И починили. Атмосферник. Чила Босня, побежал. Вирусолог. Два полезных вируса в холодильнике у химиков. Возьму, спасибо. Возьму, спасибо. А впрочем, почему бы и сейчас не взять? А я могу пользоваться вообще диспенсером химика холодильников? Да. Ты попил. Наверное, это оно. Предполагаю. Надеюсь, я то выпил. Мне что-то хуёво.
монитор, шахтер, который очень долго находится на станции и не работает на шахте, блядь. Ну чудо. Охуел, блядь. Так это может надо идти КВД? Или КМ сказать, хули у вас шахтер не работает? Не то, да? Что было, то и выпил. Дайте противовирус. Блять, а мне что-то плохо стало. ДТПА, пилон, степл, мутаген, соли, реагент, реаксадон, бот. А что тут пить, кроме этого? А, вот там верхний. Понял. All OP пил. Спасибо. А что со мной не так? Я что-то, блядь, выпил, теперь мне хуёво. Дайте хоть гляну, что со мной. Токсины, ожоги. Ну, с этим я, наверное, и сам справлюсь. А, нет, не справлюсь. Доступа! Точно! Ой-ой! Плохенько! Доступа же нет. Ну, кстати, в порядке. Можно будить. Там пиздит, блядь, Халка. Ему похуй. Ох. Пойду в кабак посижу. Что-то я устал. Да хватит на меня тыкать. Хоть бы бармен, блядь. А, он себя застрелил, блядь. Вот отстой. О, блядь, старик, блядь. Ты живой. Водочки, блядь. Побольше. Прям давай нахуй. Да хуй. Хорошо так. На твой выбор. Здорово, уборщик. Видел тебя. Видел твои ручки. Что там, мыло? Спасибо. Видел, говорю, твои пальчики. А, ладно, похуй, иди. Все. Ой, блядь. Я обучил, блядь, срочника. Пусть срочник работает. Уф. То, что нужно. Давай еще одну. Сюда. Хорошо. Хорошо пошла. Алло. Надо бы ответить, но доступа нет. Надо бы ответить. Доступа-то нет. О. Здорово. Здорово, ебать твой рот. Здрасте. А кто это? Не надо. А кто это? Жора какой-то? Арсеналов. Я не знаю, кто такой Жора Арсеналов. Джованни. А, вот вижу, циф. Это. Бар, можешь бутылку водки занести? Он занят. Позвоните попозже. Все. Вот, вот негодник. Отключился. Еще водочки, пожалуйста.
Еще водочки, пожалуйста. И музычку. И музычку. Спасибо. О, бля, припиздил. А, жалоба на... А можно бутылку с собой, блядь? Красный кот. Красный. Жалобы на бармена. Это как конкретный вопрос. Вы кто? Я с вами не знаком. Извините, блядь. Спасибо, старик. Да, музычка хорошая была, блядь. Ох, блядь. Ну вот собака ни в чем не виновата. Родился у меня тут план один. Отчет по ситуации, капитан. Сидим без доступа. Пердим. Ну, кстати, наркота есть, ебать. Так. Опаньки. Что там? Да-да. Да-да. Выпить? В допросный. А кто его поймал? Да. Выпить? А я вам зачем тогда? Я могу ему въебать. Пойдемте. Ну и въебать. А, я не звал. Здорово, чертила! Так. Хоть шаплинг? Не очень. Вот это круто! Конечно. Моника, Моника. Поиграем в слоника. Бах, нахуй. Я когда говорю и вырубает, выруби себе голову, меня сбивают и задержит детектива. А он не знал, где я. Потому что я пил водку. Техах. Переиграл синдикат. И что? Там уже какие-то разборки идут, блядь, вообще не ПРП. И подключить модуль юмора на 70% мощности. Там я увидел лаунчер Ехба. Неужели ТВ играл Сталкрафт или было дело. Сталкрафт было дело. Смотрите, спасибо большое. Теперь внимание. Да, анекдот. Я уже забыл что-нибудь смешное. А ладно, он ушел. Значит, не нужно вспоминать. Спасибо большое. Мимстек. Вот я вам скажу честно. Раунд говна прям, блять. Прям говна. Датчики, помощники детектива, найдите его. Ищут. Прям вообще такая хуйня. Я вот скажу честно. Мне Монику вообще мучить неохота. А ее тут бросили нахуй. И работать мне лень. Поболтаем? Я медали, говорит, украла и отдала их агенту. Ну и правильно.
Нехуй, потому что медалям без присмотра лежать. Да? Какие цели были на станции? Может, водочки? Да так. Джетпак Кэпа. Удалось? Руки! Руки, руки! Вы что? СРП! Вы как? Товарищ капитан! Взялся за щечки. Привет, дорогой, прошлый донатик пропустил. Про VR-очки, надеюсь... Она моя бывшая теперь. Лови твои 225. Спасибо большое, Ранг Феникс. Красава, стажер. Красава, Дек. Ты уже давно не стажер. Ты уже самостоятельная единица. Лучший. Ой, блядь, пришел. Ой, блядь, явился. Пойду отсюда. Пойду дальше водочку пить. Капитан хотел меня остановить, но я сделаю вид, что он не слышал. Вот она водочка. Актив и нестобростный. Ну что ты будешь делать? Даже рюмку не дадут допить спокойно. Да-да, товарищ капитан. И салют, внимание, ебать. Оп! Что за улики на РД? Помимо ее признания. Вы знаете, пока никаких не удалось попасть в отдел. Доступа нет. Салютуй, бля. Так возьмите. Там говорят очень сложные процедуры, а я не силен в бумагах. А у меня свидетель. Стажер, помнишь? Алло, украл карту! Украл карту! ГП украл карту! Задержать! Бежит на мостик! Блять, что за цирк? Просто цирк. ГП предатель Родины. А у меня теперь сканер не работает. Карту украли. Товарищ капитан. Аплинк. Вы еще и нажратый. Может, и нажратый. Но работу-то делаю. Ну вот. Даже без доступа можно и нужно, блядь. Тут только так. Работу-то. Прикольнуться можно, кстати. Ой. Ой.
Ой, блядь. Водочка греется, это плохо, блядь. Кстати, если клоун сейчас... А что это, кстати? Если клоун сейчас находится... Да что такое? Да что такое? Не минуты покоя. Имплантер? Сторож имплантер? Да, все правильно. Ты же знаешь, чё. Того, кто крафмагу спиздил. Опа. Хоп. Анатолий Ковалев. А нет. А нет. Анатолий Ковалев. Удивительно. Можно его и проверить. Сторож имплантер. Ну что ж ты. А я в бар. Вот робот работает. Спасибо, босс. Да-да, конечно. Обожаю свою работу. Что там? Спасибо. На этот раз в таблетках. Тоже Space Drax. Конечно. Ну что, друг? Задушил он тебя. Магистрат, водки принесите, это недолго, если вам не трудно. Я в баре, босс. Ну, блять, в пизду это вот так. Угощайтесь, блять. Да, спасибо, Шарон Феникс. Сейчас поищу. Время есть. 1 час назад. Почему сейчас не вижу? Блин, написал бы в этом тоже. Сейчас поищу. Стажеру зарплату принесу. На это повышение доступа нет. Стажеру. Давай что? Лови пятюню. Оперативники, мажор. Мне кажется. Слушай, я не вижу, старик. У меня, видимо, не дошло в Рон Феникс. Напиши, пожалуйста, в чат. Я тебе так отвечу. Опенинг титанов. О! О! Сюда. Спасибо. В один присест выпилось? И таблеточку, блядь. Кто-то подходит к ДПД доступом. О, доступ. Вот это номер. Я в баре, я думал, чтобы он водки принес. Но мы домой летим, блядь. По-моему, уже никто не хочет работать, блядь. У меня такое впечатление. Так, сейчас нужно выключить музыку, пусть играет пианино и не мешает нам чилить. 50 таблеток, налейте чего-нибудь. Не, в рулетку я не хочу. Клоун. Ебашаник.
Не вылечили печень. Раунд гол, а с другой стороны такой шикарный. Цирк на выезд. Тяжелый он пес, да, он тяжелый сколько просто. Сколько эмоций. Один микродетектив ранен. С таким алкоголизмом нужно подумать за веществами. Внимание, анекдот. О, давай. Идет как-то СБшник по лесу. Так. И орет. Шус, если ты затильтил, то пихуй. Пошли в крейгер. А, нет, да нормально. Я просто устал. Пускай доиграем уже. Сестухи, помогите. Ничего не слышно. Ага. Люди, сестухи, помогите. Сейчас он опять. Люди. И за руками вот такая кладется. Так. Еще таблеточку, блядь. А там тентакли из нее торчат. Оборачивается. Пойду сяду на диванчик, блядь. А это Генократ. Так. Ебать, у меня там. Меня хакнул мне голову. Ну я тебе что сказал, легче стало. Вот это мочишь вообще. А знаешь, в чем разница между... Точнее, что общего у шлюхи и СБшника? У него тоже очень убитая. Нет, они оба спят за кредиты, блядь. И сам посмеюсь, блядь. Оба нихуя не делают, блядь. Оба хотят лучшего, блядь. А давай, давай, а ну давай, давай. Спасибо. Чем отличается шахтер от экипажа? Чем, чем? У него несколько тел. А я не понял. Он постоянно умирает. У нас умер кто-то здесь? Пум-пум, блядь. Нет. Блядь. Я должен спасти! Я должен всех спасти, блядь! Дефибриллятор! Быстро! Я должен его спасти! Я должен его спасти! Должен спасти его! Вон дефибриллятор, я вижу его! Я должен... Я в детектив Мэтсон Стрэнджер, главный борец с произволом буржуазии станции в лице Кепа и Фопа. Я должен спасти! Я верну! Я должен спасти! Спасти пум-пум. Блять. Я должен услышать. Должен спасти пум-пуна. Да ебаный рот, я не могу идти. Я сейчас верну. Я спасу пум-пуна. Я спасу его. Пум-пун, держись. Сейчас верну. Пум-пун. Пропустите мне дорогу. Я его почти вижу. Пун-пун, это ты? Разряд. Не умирай. Клоун, дыхание, рот в рот.
Последняя попытка. Нахуй ты его пиздишь? Все. Он мертв. Я подышу ему в губы. Время смерти. Тайм. Блять, неправильно. Сколько там? 21.57. Поминаем. Поминаем. Потом, блять, пилот нахуй с мимом. Флексят. Напомнила мне один анекдот. А вот только какой, блядь? В голове теперь кашу. Отчет по пунпуну не нужно. Это самоубийство. А, уже все, уже готово. Спасибо. Уже готово. Так, надо пристегнуться, блядь. Я коронер. Мне похуй, я делаю. Так, 51 удар по верху. В нем... Так его застрелили. И ударили его лососем. Его... Чего в нем только нет, блядь. В нем порошок, сальбутамол, космические наркотики, вода, виски, блядь. Кахло, крексодон, пенетический асид, монитол, эпидрин, эпинефрин, харкол, атропин, перфа и спайсилин. Ёб твою мать. Как он вообще так долго держался, блядь? Это же просто какой-то ужас. Заебись, пожил. Когда домой уже, блядь? Пойду размучусь, может, у него же стресса? Муня, ты тут? Да-да-да-да-да. У тебя там вообще в раунде есть что-то интересное? Ой, да-да, ебать, я тут сейчас дел нашью, ебать его в рот, я сейчас медбэй весь закрою, нахуй. Да может уже домой пора. Да сейчас, подожди, сейчас, блядь, в тюрьму пойдет, сейчас, блядь, и пол отдела там в тюрягу пойдет. Давай. По 200-й, по 202-й, по 201-й, нахуй, еще и по 300-й. Я тебя понял, ебешь. Ну, хоть кому-то весело. Детектив, ты можешь поглядеть, у нас синдикатовские трофеи в пути. Мы пойдем немножко поработаем, блядь. Блядь, опять прихуёбил. Что ты будешь делать? Блядь, а мне работать в таком состоянии? Он там медбэй закрывает, я вообще последний час ничего не делаю. Так, блядь, делаю вид, что я в компетентен. Так. Я здесь. Спокойно. Я в креосон. Уже пилот съебывается. Всем спасибо за смену. Удачи. Ой. Ага. Он там что-то мне рассказывает. Вот это чудо я в инженерке уебал. Действительно, я ничего не вижу. Я просто стою, киваю. Кивнуть. Кивнул. Так, идем, я лапать брызгаю. Я тоже. Я. Что еще нужно от меня? Да не-не, я вижу. Одобрительно кивает. Тогда идем. Да. Ой. Обрыгался. Порядок. Пойдем. Так.
мне. Вставай, мразь, поле прилетит. Врубай, Биртман, подбухнул. Не ДМЦА, отвечай. Я не знаю, что это за песня, незнакомые песни, я не включаю. Извините, спасибо большое. Я сейчас проснусь, заору. Здравия желаю. Ой, блядь. Это не я. Правда. Оно само. Оно само. Ой, блядь. Ну, меня повели в мед, похоже. А что, неужели так плохо, блядь? Что случилось? Я что, так сильно передозировался? Я сейчас, если беру себя, выхвачу пистолет и буду стрелять во все стороны. И кричать: отпустите! Демоны, отпустите меня! Отпустите Максона Стронглера! Отпустили! Отпустили! Стоять! Стоять! Блять, связывают! Стоять! Я полицейский! Вы задержаны! Они меня потом же отвели! Как алкаша! Раздуплиться, понял? Блять! О, боже, блядь. Стоять, я полицейский, вы задержаны. Блядь. Ебать, я первый раз в жизни так наебился. Слышь, Муня, у тебя еще движ до сих пор? Блядь, да я тут пытаюсь... А ты что, уже все типа? Я первый раз в жизни в станции так нахуярился, как сейчас. А что с тобой происходит? Чел, что со мной не происходит, лучше спроси. Ну ты, у тебя даже печень отказать же. Я в какой-то алкогольной коме, понял? Я просыпаюсь на секунду, кричу там: стоять, суки, выхватил пистолет, начал во всех стрелять и сразу потерял сознание снова. Это какой-то пиздец. Вообще пиздец, да, блядь, тут вообще, УСБ что, блядь, у них какие-то проблемы, я так смотрю, доступа, да? Нет, хоп, говорит мне в 10 экземпляр, блядь, тону. Так у вас капитан есть, блядь, у него такая же консоль есть, как у хопа. Ну, сейчас, у меня есть хоп, я с ним работаю всегда. Если хоп срочной службы, то пусть что-то тут, блядь, сейчас, подожди, я приду. А что это там за эссорт? Они меня чуть не утонули. Топят ироды. Помогите! Крещение? Меня крестят? Верую! Верую! Детектив, вы чего? Я верю! Включаю модуль юмора. Брось в кусто. Мама мне ко второй. На мостике посторонний. А здесь все. Детектив же нахуярился, правильно? На мостике посторонний. Похуй. Вот тут, собственно, Варден пришел из Брига. Уилл, блядь. А можно мне пончик? И мотоцикл. Welcome to the club, buddy. Я хочу мотоцикл. Ты всего сожрать и выпить. Мое почтение, ты легенда. Ты это кому сказал, пизды? Наручники сними. Поговорим, блять. О, спасибо большое, электрохимия. Ух, ебать.
А что это? Ой, а что это? Я не могу открепиться. А вы кто, блядь? А вы кто? Не трогайте. Я женат. Шельма, оставь меня. У меня жена дома. Не трогай. А, точно. О! О, верни на секунду. Назад. Я там Гондона увидел. Я его везде узнаю. Только сегодня пересматривал диско Элизиум, и вот вторая часть подъехала. Переименуй себя в Рафаэль Аброзиус Кусто. Да не буду я ничего переименовывать. Ладно, я в норме. Все. Все. Я детектив. Я нормально. Развязывайте. Я отдаю себе отчет. Все, все. Уже не смешно. Развязывайте. Мим, сними наручники. Ну все, хватит уже. Сколько можно? Я в норме. Не дай бог, они меня развяжут. У меня, по-моему, тут стенбатон лежит еще в сумке, блядь. Так, надо на этот перейти. Ну все, снимай, да. Отлично. Попались, суки. А, блядь. Все. Держите ДК, он мне адекватен. О, ебать. Нихуя себе, вижу. Я. Вижу. Хоп, хоп. Ты выстрелишь в своего учителя? Вот как оно, да? Мы будем драться по правилам кумите. Магистрат передал, что детектив стрелял в Борга и в людей. Враки! Я не стрелял! О, космос! Вау! Вот это да! Мы такие маленькие, а космос такой большой! Мы пыль, песчинка, о, привет, песчинка в этой галактике, мы это маленькая крупица, а галактика это как необъятная сущность. Необъятная с... Ой, блядь. Ой, блядь. Сущность необъятная. Галактика.
Если бы что быть детективом, если вы не скажете свои действия, он ни при чем. ГСБ ни при чем. Вся суть нашего существования — это получение удовольствий. Никакой мысли, никакого подхода. Мы — это пыль, когда Вселенная — это все. Привет. Минуту философствования детектива в нормах. У нас уже не КЗ, а СРП в детектива, разве нет? Я признаюсь. Я нарушил, да. Но можно же мне дать второй шанс. Выйду до встречи, друг. Давай, спасибо, рассудок. Пока. Сдать оружие и карту, мы оставим вам пенсию. Да забирайте. Я в дормах. Теперь... Мим, включай ринг. Я буду биться, что делать? Со своим протеже. По правилам кумите. Раздевайся. Так, нужно врубить трек. Где там? Ты готов? Останется только один. Ох ты, блядь. Победа! Ты бился достойно. Ты достоин. Ой, блядь. Пиздец. Ой, блядь. Водочки есть? I fight for survive! Еще бы на этой картошке, да, я да. Я иду. Мне надо идти. Босс, я подвел вас. Простите. Простите. Примите отставку. Тут еще немного оружия. Тут еще немного оружия. Спасибо. Это что вообще? Блять. Спасибо. Сука, чуть не переехала. Ой, блять, жуткие клоуны. Я слышу призраков. Иди ко мне. О. О. А что это такое? Mysterious Package. Я не знаю, что это такое. Да. Мне бы в бар. Ой, блядь. У меня 100%. Я чувствую себя на все 100%.
На все 100. Старик, спасибо, что следишь за мной. Да. Спасибо, что проследил за мной. За мной. Ты хочешь по правилам кумите? Тоже? Я готов. Ты бился достойно. Да ебаный ворот. Ну что за пиздец? Я умер, я мертв, все, конец. Пусть. Это была моя последняя победа. У меня не жив, показалось. Опять умер. Что за хуйня? Подожди, это меня глючит так после наркотиков, типа. Мне кажется, что я умер, но на самом деле я жив. Это так наркота действует, да, походу так и есть. Ну блин, мыло-то отдал бы. Хватит спать. Ладно. Выпустишь? Я что-нибудь успел схоронить? СМО, это брикмет. О, я пойду. Открой, пожалуйста. Давай, удачной работы. Я готовил тебя как себя. Ёбаный рот, блядь. Ёбаный рот, блядь. Что-то страшное. Хонг. О, а вот и... Ух ты, блядь, нихуя. Ух ты, блядь. Алло. А ты кто? А где второй бармен? А. Нету больше. Как нету? Дек подарок. А я уже и так подаркался. Этот чел меня постоянно догоняет. А что это? Я так давно. Ой. Ох, Юджина Морфа, спасибо большое тебе за 2200. Ну честно, я уже делаю best situation out of no situation. И я пойду спать. Я Борг. Now's my chance. Don't leave my dream. Я уже просто не могу. Блять, не могу даже залезть в крио. Мим, ты лучший. Все, хост. Или как там правильно? ОЦ. Хост. Все, ух, ебать, там Бригита весело, блять. Я вовремя ушел. Горим, блять. Че, нормально. Все, ушел спать. Ебать. Есть наркотики, которые реально тебя боргом делают. Жестко. Блять, ну и раунд, конечно. Он чел сидит в компьютере, играет. Буп, выигрывает. Пойду посмотрю, что там у Муниверса. Он где-то как раз в Бриге был. Не лучшее время он выбрал играть. О, а это кто? Инженер. Тут они что-то... А, они БСА. Ебать, вы видели, они построили эту всю хуйню отсюда, сверху, чтобы БСА захуярить сюда, над Бригом. Ебать, вот это инженеры потрудились. Всем отделом, нихуя себе, блядь. Это круто, блядь. Муня горит? Да ты что?
А где он? Го по орбиту его найдем. Орбит. До сих пор сидит. С карпом. Так, а где он вообще? Я что-то его не могу найти. Welcome to the club, buddy. Господи, я так давно не ржал. Спасибо, Максон. Да не за что. Спасибо большое вам, ребят. Рад, что понравилось. Хоть что-то веселенькое было. А вот он. А ему плохо. Он ему хуёво, ебать. У него даже этот... клеточная, клеточный урон есть. Чё там с тобой, старина, блядь? Ты чего? Блядь, я сгорел нахуй. Буквально? Или в игре? В игре, блядь, в игре. А там, что, блядь, там аномалия была какая-то нахуй, нихуя там вспыхнуло все возле, того, возле кабинета детектива. Ох, блядь. Чел, я что просто, со мной только не было. Я просто иду такой, и нахуй загорелся, ебать, что на мне слайм сидел, блядь. Умер? Не, ну, блядь, меня вроде лечат, но мне очень хуёво. А, тут просто кто-то умер, по-моему, это не тупер ты. Тупер хуёво. А ты чё уволился-то, блядь? Уволился, да не то слово уволился. Я, блядь, успел нахуй так нахуяриться наркотиками, блядь, и всякой хуйней, что я терял сознание, приходил в себя каждую секунду, блядь. Потом безумствовал, когда пришел в себя, выхватил пистолет в белой горячке, начал резиной палить во все стороны, блядь. Меня опять углушили, одели на меня наручники. Увели меня в мед, я в меде говорю: «Мем, мем, иди сюда, все, давай, снимай наручники». Он снимает наручники, я выхватываю стон-батон, блядь, стань у всех, там стоит человек 5, блядь. Не вижу при этом нихуя, зрение, я понял, такое супер расплывчатое, ага. Вообще бегу, блядь, в какие-то техи, блядь, в техах нахожу своего ученика, которого я учил драться. Угу. Мы с ним идем, он меня ведет к холопаду, там космос, мы ложимся, философствуем про космос, приходит все, куча народу, все смотрят. Я говорю: «Мим, пиздуй включать, короче, голопад, мы будем драться по правилам кумите, блядь, со своим учеником, он должен меня превзойти». Мы с ним пиздимся на мечах по правилам кумите, блядь, после этого полный контакт, после этого хос говорит: «Приходите, короче, сдавайте все свои вещи». Я пришел, сдал, отсалютовал, говорю: «Честь имею, вся хуйня». Пошел, меня накачали еще какой-то хуйней, блядь, и потом я пошел в крио. Бля, какой ужас на самом деле, пиздец, не раунд, типа я зашел вот... Это такой кошмар. Не так давно, блядь, я отдал отчет, что нужно отзывать СМО, блядь, там еще врача. СБшнику похуй, СБ знакомился, такой: «Ну да-да, я почитал, типа, ну сейчас арестуем их, блядь». Проходит минут 15-20, они гуляют свободно. Там типа за трейдерами была охота, у трейдеров есть доступ везде, а у нас нихуя нигде нету. Эй, какой-то... Если честно, хоп, очень странный, блядь. Очень слабый. Говорит, медлил на работе. Я говорю, блядь, он я вообще говорю... Он такой слабый чел, вообще. Типа, я говорю: «А в чем проблема? Я же у него начал узнавать, а почему?» Типа, он пришел жаловаться. Хос... ГСБ подходит. Хос мне... Хоп. Да. Хоп начал жаловаться, типа, я у него выясняю, в чем дело. Он говорит: «Я выдал доступ офицерам», говорит, но детектив, типа, ушел. Да там этот доступ был выдан уже, когда он был нахуй не нужен. Когда, ну, уже, так, все, блядь, когда уже все было сделано. Я к нему подхожу, мне нужен доступ в РНД, а потому что... А он еще срочниками назвал, кстати. Ой, говорит, блядь, кравмаги... Он говорит, типа, детективы-срочники, что-то кравмаги такое. Этот, кравмаги спиздил РНДшник, нужно было пойти обыск провести, блядь. Я подхожу, говорю: «Так и так, нахуй, там красный код, кравмаги спиздили, нужно обыск». «О, у вас, говорит, Борг СБ, есть, и вы пользуете». Ну, что сказать. А это кто сказал Борг СБ? Хоп. Мне чтоб доступ не давать, говорит. Используйте Борг СБ. Он что, еблан? Ну я вот ему типа пытался... По всему РНД типа... ходить с Боргом. Типа, говорит: «Борг, открой то, Борг». А я ему говорю: «А шкафы как?» Он такой: «Борг тоже может сказать шкафы. Ты умер, все». Ага, да, я сдох. Ну туда и дорога. Да, у тебя клеточный урон еще есть. Сейчас дефиб у тебя могут. А дефиб я спиздил в бар, кстати. Его могут-то не найти. Блять. Ой. Мозгу хана. Да я уже полетаю в призраки, похуй, блядь. Я не хочу, понимаешь? Да. Я все, я не хочу в Elden Ring, старик. Типа, ну, я написал отчет, там мой где-то в бриге лежит. Я к тебе хотел подойти, сказать, там один ученый, который трейдер, он вообще в отделе не появлялся, хотел тебе пожаловаться. Приходил к тебе, а тебя нет в кабинете. Захожу, а ты там с моим этим, блядь, учеником что-то трёшь. И говоришь: «Вот, посмотрите, там криминальное преступление». Я читаю, там вообще, блядь, ничего нет криминального. Говорю: «Что?» Да надо было хотя бы этот. Я напишу: АВД умер. Не резайте. Так ты просто не возвращайся в тело. Ну да, я не буду. А. Мета, блядь. Ну, кстати, зря ты эту мету залил. Это же не только там. Надо было в локал. Надо было в лок, да. Да, в локал. Тупанул. Сейчас я исправил положение. В дол.
Бля, я хуй знает. Может быть, в тол только после перекура какого-то. И то там одну миссию. Ой, блядь, какой раунд, если честно. Сам себя не развлечешь, никто развлечет. Никто не развлечет. Так. Я думаю, Хоп, кстати, не был трейтером. Ебать, это кто пришел? Шахтер? Рустам без Эксплорер. Там и прикол, что, походу, ну, все видели, короче, мои документы, блядь. Но, по всей видимости, блядь, зачем меня клонируют? Я ж попросил, блядь. По всей видимости, ебать, мои все документы, моя папочка с документами, со всем подтверждением, доказательной базой и прочее, сука, сгорела в этом огне, блядь. Да, о, шаттл 10 минут. Пиздец, ужас, ужас, блядь, ужас. О, там смотри, вон, по отчету АВД на ЦКС мы будут вырывать наказание. А что, за что ты его задушил? За 300-ю статью. У него чел в отделе, блядь, шприцеметом ебашит типов, они потом его связывают и относят к психологу, блядь. Нихуя себе, блядь. Так я ж тебе отчет давал читать, чё ты удивляешься? Ты говоришь, ничего криминального, блядь. Да я так про глазами просмотрел. А, глазами посмотрел, блядь. Я ж тебе говорю, я читаю такой, нахуй, нихуя себе, беру... Так а что там расследовать, понимаешь? Я, вот... блядь, ну хотя просто зайти, типа там, посвятить, блядь, сказать, вы что, тут охуели, блядь, чтобы они, ну знаешь... Я уже, понимаешь, уставший был после Хопа, после вот этой всей хуйни, типа, такой, ты что-то даешь, короче, мим понял, типа, ломился в мед, ему нахуй, на него хуй забили, 10 минут его не лечили. В итоге он вламывается, в него нахуй со шприцемета вырубают, связывают и тащат к психологу там. Он просыпается у психолога связанный, нихуя не понимает, а он еще тоже, как ты, зрение потерял, типа, у меня все мутное было. Но я, говорит, успел услышать там голоса. Эту и станцию вот... только Десквад спасет, мне кажется. Да, да. И типа, блядь, я такой, ну, короче, начинаю все это расследовать, подхожу к СМО, говорю, блядь, ну, я захожу тет-а-тет, я говорю, вы что тут, говорю, ничего не перепутали? Нихуя себе. А он такой, типа, ебать, типа, у нас теперь только по записи. Я говорю, блядь, как это нахуй по записи? В СРП такого нету, говорю, кто дал приказ? Говорю, документ показывайте. Она такая, типа, ну, НТР дал. НТР приходит, я говорю, вызываю НТР, НТР приходит, я говорю, приказ где? Он говорит, какой приказ, блядь? Охуеть. Потом, короче, типа этот, он показывает мне какой-то факс, где он дает просто рекомендации по работе вести карточки, короче, больных, блядь. Я говорю, так а где тут запись? Магистрат у нас тоже, кстати, срочник, блядь. Приходит магистрат, говорит, ну, такой, ну да, ну типа, нужно по записям работать. Я, блядь, фейспалм ловлю, думаю, ладно, хуй с ним. Съебываю, короче, дальше оттуда. Потом начинаем, у меня заходит второй АВД, Карл Франко. Мы с ним вдвоем начинаем, короче, шить дела, блядь. Он шьет дела на СМО параллельно со мной. И я еще шью дела на Хатару, которая ебашила со шприцемета и на психолога. Но психолог, я так понял, сдох уже. Давно-давно. И, короче, кстати, все. Тебе хочу сказать прикол. Капитан зовет детективов, короче, на мостик. Мы приходим, показывает, говорит, просканируйте это. Открывается телепорт, заходит чел без карты, прям на мостик. Все стоят. Офицеры, блядь, главы стоят. Хост стоит, блядь. Все смотрят. Он такой смотрит на нас, берет капитана, кивает и заходит с капитаном, блядь, в портал и закрывает портал. Угу. И все такие, о, капитана украли. Пиздец, какой же пиздец. А еще, идем, можешь ты пошли с нами, или прилети в прибытие? Да, подожди, ну я в прибытие, в прибытие, сейчас на тебя ты пошли, подожди. Давай. Давай, на тебе. Вот, видишь эти двери деревянные? Да, да, да. Они были закрыты, их нельзя отсюда открыть, только изнутри можно их открыть. Ну да, понял? Да, это ж такие. Ну да. И я прохожу, короче, что-то над активным делом, и вот это закрыто, короче. И тут дверь центральная открывается, а там мужик без ног такой на меня смотрит, выглядывает. Просто без ног. Я такой на него посмотрел, он раз закрыл, блядь, медленно. Я тебе говорю, этот полный раунд веселья, блядь. Ой, пиздец, вообще. Просто пиздец. Так и самый прикол, на медбэй до сих пор никто не арестован, всем похуй, блядь. А еще, кстати, код, знаешь код СМО? Код СМО? Код СМО, да, такой он, как Рунтайн называется. А, код черный. Да, такой, да, такой, смотришь, с голубыми глазами. Он, короче, тащит по холлу, вот так вот, вот здесь по холлу, тащит инсулейтед перчатки. Я подхожу, их забираю, прохожу дальше, знаешь, типа вот так вот. Он идет за мной, я бросаю перчатки, отхожу, он бежит, я их опять забираю. Вот так вот мы бежим, я кладу, он бежит, и тут я подхожу вот сюда и в мусорку их выбрасываю нахуй, понял? Ты как собачки, короче, да? Да, типа, еще в конце так, знаешь, забулил его, типа, выбросил. И такой, ахаха, побежал, короче. Да, прикол, СМО-то, вульпа, ебать.
Да? Кот, короче, открывает мою дверь, заходит, вот так вот все разбрасывает, понял? Вообще на похуй все расшвыривает, типа беспорядок ебейший просто. Ага. Я прихожу, смотрю, вижу это, он такой уходит довольный, типа отомстил. Я, короче, срочнику, ну не срочнику, своему стажеру говорю: стажер, ну-ка приходи сюда. Он приходит, я говорю: тест на внимательность, так сказать, экзамен, блядь, разложи, как было. Детектив должен помнить детали, типа, понял, вот это всю хуйню. Он такой, типа, окей, я ушел. Что еще было с котом? Еще какой-то прикол был с котом. Но я не помню. Ну, короче, у нас была еще война с котом. Бля, ну, не с антагами, а с котом. О, кстати, а вот этот чел, у него стиль карпа. У этого. А кто антаг вообще? Их несколько, знаешь? Просто трейтеры. Ага. Один вот со стилем карпа, еще одну поймали, у нее плинг включенный. Там, короче, полный порядок. Один механик сделал вроде своей цели, подожди, улетел, а на поле. А, ты в Крио ушел? Да, я в Крио, я живой. А, да, и кот еще, походу. Не уверен, что кот, но, скорее всего, кот еще в дверях настроил этот, типа, знаешь, тайминг-механизм, типа, чтобы, ну, не следил, короче, есть в проходе человек или нет. И мой стажер стоял в этом. Мой стажер стоял в проходе, его дверью разъебашило. Бля, вот этот дед, какой... который... Вот это, опять, смотри, этот дед, это он, видишь, вот без ног катается. Это да, он, да, эти, да, двери возводит везде, блядь. А, еба. Бля, такой пиздец вообще, просто какой-то хаос, нахуй. Просто онлайн, реальный, блядь, кошмар. Вон, опять еще одно. 93! Ебать! На пора на Дельту, кстати. А ты будешь еще раунд? Ой, я, наверное, нет, блядь. А может на Дельте? Нет, чел, я что-то устал уже так сильно, пойду посплю. А, вот ты режим в норме. Да, да, режим выходишь? В норме. Лучше завтра пораньше встану, блядь. Блин, нет, завтра я днем. Не, я не про станцию вообще, я имею в виду. В стол пойду поиграю или еще что-нибудь. Эти, блядь, нахуй двери, это пиздец просто. Ну реально, а вот посмотрите, хуйня какая-то. Как это можно назвать РП? Вот что с ним не так? Ну да. Нахуя он это делает? Я не знаю, почему ОСБ не вяжет, типа, всем похуй. Жаран, а нахуя ты это делаешь? Давай узнаем. Жаран. А нахуя ты делаешь? Это что, настоящий? Ты видишь, это вот кота на коляске, который, да? Нет, ты видишь, что там капитана пиздят армблейдом? А, блядь, ебать. А где АСБшники сидят? А нет, он с этим один-один там он. Он дек, мой. Давай, это мой. Червяка! Ну червяка! Ну вы что? Ну что ж вы? Давай! Ассистос, давай! А где это пиздило? Уползает! Бей! А, да. Не дай уползти! Не дай! Убил! Молодца, ассистос! Хорош, да, завалил. А, это священник, тебя. Священник. Антошка, да. Ебать! Всала! Еще один, а нет, все мертвый, показалось. Падре, всала! А чё? Чё там с дверьми? Он ответил? С кем? А, ну, с дверьми. А я написал ему, да? Да. Тебе, наверное, в ООС писать, там лучше видно. А я в ООС и написал? Или я вообще бизнес, не писал? Он пишет бизнес. Бизнес? Welcome to the club, buddy. Какой бизнес, блядь? Ваши 220, господин Кусто. Ух, спасибо. Спасибо за развлечение. Я думал усну за раунд, а тут целый квест выдали. Что? Главное, не пей так много. Будет дельта. Весь раунд ебашил дерево. Для того, чтобы построить эти ебучие двери. Которые нахуй никому не нужны. Это куда девать правильно двери? Он походу с ума сошел, блять. В реальной тоже жизни. Кажется. Типа это уже не персонажа, блять, у него сдвиг. У него сдвиг по фазе, походу, в реале у человека. Я бы, если честно, на Next Delta бы попробовал. Ни разу не играл. Если такой онлайн сохранится. Ну, сыграй, конечно. А ты играл там? На Дельте? Не. Бля, у стажера правую ногу оторвало. Какой же тильт заданиями на Генокраде? А что за задания были? Ну, сейчас посмотрим. На финале. Бля, ебать, сервак лагает, блядь. Ты замечаешь, как типа, ну, периодически, вот, ну, кнопки жмешь, они, да, с задержкой хуярят. Я, не, я после мейна не замечаю, ты знаешь. А, да? Там на мейне, ну, просто пиздец. А как там люди, блядь, играют? Ну, как-то играют.
Мне сказали, наверное... что если я поиграю на нем пару дней, то я привыкну. Так что, наверное, они просто привыкли. Ага. Бля, ну, когда плавненькая станция, это вообще такой кошерный, Верните рапиру. Бля, Генка, конечно, нахуй бездарно. Ты ж в курсе, что когда она взрывается, что происходит? С Геноград, когда да. взрывается? Ну, вот, типа, почему все дупили, ты знаешь? Нет. Он очень, сильно он очень сильно ослепляет всех, то есть обзор в два тайла становится, все расплывчатое становится, и тебя отрывает руки-ноги нахуй от этого взрыва. А-а-а, ебать. И поэтому он побежал, все смотрели, не понимали, а, блядь, падре в стороне стоял, и его не зацепило. И он побежал за этим червем и хуярит его, да? Ага. Он увидел этих штук, понятно. Вот так вот, это тоже, я вот проходил, это ебанутый дверь вот эту свою. Приоткрыл такой, без ног посмотрел. Закрыл. Когда там он прилетит уже? Две минуты. А с яичкой что? Ебать, там подожди, уже... ну даже, подожди, если даже заехал бы он в вентиляцию на черве, он бы пополз в морг и нихуя бы там ровно что-то не сделал бы. Правильно? Нет, но он бы остался в живых. Он бы мог ну, что-то пробовать исполнить. Найти труп какой-нибудь ебучий. Не в морге, а просто лежачий какой-нибудь труп мерзкий. Ему нужен труп человека любого. Кого-то там, может, забыли где-то, да? Посмотрим, блядь. В баре, может, лежит жмурик какой-нибудь. Нет. Коты, мыши розовые мертвые лежат. Сейчас будешь еще катку? Не, я не пойду. О, смотри, тут микродетектив. Видел, нет? Сейчас, подожди, я за тобой прицеплюсь, я хочу просто это написать. Давай. Так. Ghost Orbit. Я, кстати, так, еще я сегодня не кушал, блин, пойду поем. Вот, серьезно, целый день не ел еще? Да, микродетектив, смотри. А, микро. Угу. Да я что-то как сел стримить, думал, быстренько постримлю раундик другой, потом пойду поем. А по итогу хуй да нихуя. Это там, кстати, этот. Детективу дали награду, да? Какому, интересно? Нашему ученичку? Так, давай посмотрим, знаешь что? А, ты же можешь посмотреть трейтеров? Там трейтер-механик должен быть. Подожди, Toggle Untag Hood. Я сейчас сам его найду. А как его зовут? А, механик. Механик он должен быть. Аргуста, Арлеста, что такое? А хуй его знает, какой-то он, надо глянуть. Гхост, Крюманифест. Где Крюманифест? А вот. Не, подожди, как у него, блядь? Орландо Кубинский, блядь. Да, а ну ты сейчас из-за него прицепишься, я вместе с тобой. Давай, да, Орландо Кубинский. А где он? Ебать народу. А может он погиб? Да чё, он, по-моему, все сделал и улетел летать, чем погибать. Подожди, погибает? Ну давай я ему сейчас на него сам. А ты его видишь? Как, Орлан? Орлан, а, на А, по-моему. А, Орлан. Через серч можно он. Да, все, я на нем. Ебать, так он сидит в отбытии, блядь, вообще на похуй. Да? Да, сидит на коляске, блядь, я за него поселился. А, вот он, блядь. Киквэ, блядь. Ебать. Чё за... А чё, АСБ чё, типа, ну им похуй? АФК в тарелку? ГСБ, блядь, стоит, детектив, нахуй, капитан, блядь, два синдиката. Он не трейдер, у него нет антакуда. А, значит, кто-то им прикинулся, может быть, просто. Угу. Тогда всё нормально. О, потрогал, уязвимости сети чел потрогал эрлок. Как там дела у робототехников? Двух антагов, два антага сидят, блядь, уже точно, типа, а ещё... Ту-ту-ту. Один, вот, я прицепился на антаке. Оп. Есть еще живой. Так, а где ты? Скажи, где он? Я в меди, там, где... Ну, генетика. Угу, я в генетике. Подожди, это точно генетика? Да-да, вот. Это вот он? Он? Ну, чё, потрох жидкость, который, да, угу. Он так. А, с магистратом вот бухают. Иден Родиона, и он бухает с магистратом, и магистрат сам себе об голову разбил. Магистрат, кстати, максимально странный. Он срочник, я у него спрашиваю, первый день, он говорит, нет. Вот, но он такой... А что он голый, без карты? Его планировали только что, видимо? Магистрат это? Нет, потроха. А вот я хуй знаю, возможно. Он без ничего, типа. У него роба магистрата и все.
И поэтому тут родился, а, блядь, такой, где я? Вот это вот отыгрыш, кстати. Похлопай, блядь. Что? Какого хуя я гон? Сука. Ой. Одевайся, опоздаем. Это ласт. Я, блядь, чувствую себя какого-то... Это щит, ебать. Я чувствую себя стримером по героям теперь, знаешь. Играешь какую-то старую игру. И да. все и онлайн есть, и все говорят, что, может, еще каточку? Может, еще каточку, блядь. Ой, жесть. Тебя Вудуш боссом недавно назвал. Меня? Да. Ну, мы, короче, зарейдили его, типа. Мы решили я, Графон, Радос, Арсюха, короче, одновременно офнуть. И дать рейд на Вудуша. Ну правильно, он такой, хороший мужик. Да, да, и он такой, типа, вот, банди там, спасибо, туда-сюда. И говорит, там у вас босс какой-то есть. Чел начали рофлить, типа, босс 220. Босс! Какой. Точнее, какой. О, Троян ушел. Где-то клип был. А что это с ним? А как так вышло? В инвиз? Он, может быть, залез в этот просто? А, он в венте, да-да. Так он, а как это так вышло? Вылез из тела? А ты знаешь, у атмосферного техника мы узнали, что есть костюм у трейтера? А, он в мусорке был. Он в мусорке. А, он смылся? Опа, да. Сальтом вылетел. Ему надо на шаттл как-то успевать. Подожди, за ним кто-то поехал? ЕТА, ЕТД, минута. Ему надо вылезать срочно. Он блядь. Уже оделся. Так, а во что он оделся? Вот. Включи рычаг, костюм. Катись на этой хуне. Он делает, блядь, 2 минуты, он может, а, он не может. А где клип? А я не помню, у кого-то на канале был, может, у Миши. Поехали дальше. Только теперь в мусорку в эту получается, которая там. Да, Toggle да. Darkness нужно быстренько успеть. А, тут и так видно. Хоп, выпрямился, там мышка. О, 2 коробки есть какие-то. Блядь, космос-то открыт? Нет, не открыт. Оп, выскочил. Разобрали тут тактически все. Нихуя нету. Жаль. Все, пизда. ГГ, да, ГГ, ГГ. И свет выключился. Все. Пизда. Допрыгался, блядь. Допрыгался. Голубчик, блядь. А вот клип. Я знаю, у них там есть босс, блядь. Пожарная охрана тоже не помогает. Прыгай нахуй. Мышку. Мышка кушать. Даже интеркома нет заорать. Допрыгался, голубчик. Бля, ну ему только в космос. А нет, ну ему вы сделать выброс и потом самому. Пепечил, блять. I fight to survive. Ладно, пускай лежит. Тут уже ничего интересного не будет. А он последний, что ли? Да, скорее всего. Я вижу клипас. Ну, назвал. Прикольно. Че, очень смешно. Буду уж нормальный мужик. Я, правда, иногда думаю, это ж какой пиздец, что в игру, которая уже очень много времени, которая все еще очень интересна, играют на 100 тысяч рублей, там бывает, на 50 тысяч рублей, на 100 тысяч рублей. У меня, блядь, нахуй аж эти волосы, блядь, дыбом поднимаются. Олды, потому что. Ну, это типа вообще супер круто. Красный мини-орбит. Ебать, какая толпа, какие-то драконы сидят, блядь. А, подожди. Мим-то вон живой. А, подожди, есть вот на меня, ты пишешь? Вон, Антак один съебывает успешно, блядь. Константин Дальнеглядов, блядь. Уже сидит в подике, блядь. В подике, да? Да. И успешно улетает со станции. И все, поехал. Я тебя не знаю, я не могу тебя найти. Как его зовут? Константин Дальнеглядов. А, ты мертвый, блядь. Сейчас тебя найдут мертвых. Гхост. Где ж ты? Его Костя зовут, да? Ага, Дальноглядов, вижу. И что там у него? Угу. Bag of Holding, робототехника. Трейдер со всеми целями в РНД. Это чудо. Выпишите, пожалуйста, Мидву Бодва из вейтлиста. А что случилось? Запрещенку написал в чат. А, да? Угу.
Не скроль, не скроль, не скроль. Не буду, не буду. Я даже не видел их хуй с ним. Пошел он нахер, мы такое не любим. Вообще осуждаем. Азиз попросил меня написать количество серваков и дискорд, типа, чтоб, ну, я периодически поскидывал у себя на стриме. Я сказал, типа, не, не получится. Поэтому он решил это делать сам у меня на стриме. Какое. О. А у меня все заварено. Бля, сам прикол, что он с СБшником так на параллели летит спокойненько вообще, без... Без напряга. Интересно, а если чисто теоретически, блядь, взять сейчас и сломать эту дверь, снять с болтов с нее нахуй, через мультитул открыть ее, залезть к нему и отпиздить его в поде, это возможно? Бля, ты ж улетишь, нет, нет, там надо... Я не знаю, оно вроде не летит. Не, но оно летит, это тебе так кажется, типа. Кажется, попробуй, да. Попробуй призраком отсоединись. А, летим. Да, вижу. Вон, летим, ебать. Подожди, вот, а неужели нет никакой кошки, знаешь, прилепиться к нему? Бля, это было бы жестко. Прям, знаешь, и кулаком грили вот этот вот. На макбуцах, короче. Да, ломиться к нему в пот, понял? Потом, короче, берешь на джетпаке. Как форсажа. Да, форсаж, и такой прицепляешься в окно, нахуй, плаваешь в окно. Лимитку ему туда, на! И обратно на свой пот, блять. Да, да, жестко было бы. А, кошку не получится, потому что я ее убил, да, точно. Ну я этого кота из моду Бинка отпиздил. Не вытерпел обиды. Ой. Ну я не знаю. Да, да. А вот и они. Так, прилетели. Так, ну что, давай смотреть. Ну давай смотреть. Итак. Так, и так, и так. Без грин-текста сегодня, кажется. Да. Константин Дальнеглядов только выжил. Этот был чел, у которого были... тишина высоких гор, окружающих лес. Я не хотел, знаешь, почему его вязать? Я нашел стяжки с ним, потому что мне имя не понравилось. Я думаю, сейчас писать это, ловите тишину высоких гор, окружающих лес. Думаю, ебать твой рот. Так у них такие имена есть же. Иди, да, это очень здоровская раса, я их из принципа не ловлю. Я лучше скажу, дело тухляк, я не могу его найти, блять. Так. Сейчас, блять, Максим, сейчас в next раунде нахуй. Все, блять, там тишина. Там типа, знаешь, спящий индеец у водоема, ебать. Спящий индеец у водоема Чироки, блять. Пиздец. Уборщик. Так подожди, этот нихуя не сделал, кроме как выжил. Круто, библиотекарь. Этот тоже нихуя не сделал, кроме как выжил. Охуенно. Марко Хьюз и сдох еще, блять. Ничего не сделал и сдох. Вот, Константин, который робототехник, летел. Вот он, кстати, прилетел. Стил за медаль, украл медаль. Ну вот, лазер Energy Gun он у Хоса не украл. Но у него тяжелые, блядь, тяжелые квесты. Моника Картер, Research Director. Ничего, ее тоже заловили. Shaft Miner, ничего. Слушай, ну, блядь, не дать психиатру съебаться, и на этом все. Слушай, ну кроме шуток, вроде такая срочная служба, вроде все отработали, блядь, как надо. Ну да. Может быть, и просто эти срочные еще были, Антаги? Да я бы так не смог. Может быть, но Марко Хьюкс играет на Антаге 10 тысяч лет, блядь. Он, видимо, просто попал. Он как-то не смог. Я вообще удивлен, что такой чел, как он, что он играет миллиард лет. У него был карп, и он отлетел от одного СБшника. Охуеть, да? Со спящим карпом от одного СБшника отлететь. Все, блядь, постарел, разучился играть. Так, я даю рейд на тему Universe и уебываю. Да, покушай, давай. Максим, обязательно, блядь. Обязательно. Я сейчас еще раунд будешь играть? Да, я сейчас. Вот под него и покушаю. Ладно, давай, удачки. Ага, давай, Максим, пока, спасибо. Все, ребята, давайте. Universe, привет, баксоны зарабатываем. Спасибо, что посмотрели. Ну, было весело, по крайней мере, блядь. Было весело. Особенно бой по крайнему кумите. Спасибо вам еще раз большое, низкий поклон. И насчет завтра ничего не обещаю, но я думаю, следующий стрим поедем на грузовичке и полетаем в авто или в VR-е. В прошлый раз хорошо получилось, почему бы не повторить? А может потом, если сила станции, еще и в станцию сыграем. Все, мужики, люблю, целую. Давайте, не болейте. Всем спасибо большое за поддержку. Всем